Всем привет. У нас сегодня уже такой день практически прошел почти. Я не знаю, сколько сейчас. Часа, наверное, 4:30. Яра опять лег. Но я с этой стороны полежу тоже. В общем, что-то я с этими днями, вот то, что у него насморк. Правда, так все более-менее хорошо. Сейчас одну вещь вспомнила. Подключусь вам, расскажу. Ну, вам сейчас будет практически сразу. В общем-то, пришли вчера мои результаты уже поздно анализов. Я уже не стала подключаться. ТТГ у меня 1.04, но я посмотрела, он в пределах нормы. Но я еще к эндокринологу не ходила, в принципе. Вот. Но, честно говоря, с одной стороны, я думала все-таки, что проблема, если вы там в гормонах, то, в принципе, можно было бы как-то этот вопрос уладить. Потому что, как бы... Покалывания, они так достаточно часто бывают. И тяжесть в ногах осталась, она никуда не делась. И поэтому все-таки как-то, как Эмиля мне говорит, ты что, расстроился? Я говорю, ну, я думала, все-таки, как бы, если это уже есть его проблема в щитовидке, то мы ее, как бы, будем решать гормонами, и все, так получается. Ну, не знаю, то ли на самом деле от усталости психосоматики. Но сам факт, в чем прикол, что вчера вроде бы все было ровно, сказать, что что-то плохо, нет, даже Яра, в принципе, ночью спал. И мы вчера ему сделали, у него была уже температура, вчера в течение дня поднималась. Я давала ему ибупрофен, потом она как-то спала на 37,4, 37,5, но я его уже не трогала, но мы Яры трогаем температуру, потому что 37,5 у него сразу на 38 уходит, ну, по крайней мере, раньше было, когда был помладше, поэтому эту температуру мы уже сбиваем однозначно, плюс его судорожной готовностью, ну, в общем-то, получилось... По большому счету, весь день она вот так вот играла у него, ну, весь вечер по 37,5. Мы сделали ему полиоксидоний. К вечеру, к ночи она уже как-то съехала на 37, 37,2. Но я на ночь все равно ему дала таблетку парацетамола, потому что, думаю, у него всегда, он как засыпает, у него, если вот у него какие-то вирусы, то это начинает подниматься температура. Это опять всю ночь не спать и ему не давать, то я буду ему... грубо говоря, как бы буду постоянно его поднимать, чтобы он пил. Но он у меня перед сном очень много выпил. И, в принципе, он лег, стал потеть. И, по большому счету, нос я, правда, вставала, ему чистила. Через каждый час у меня был будильник, я вставала. Может быть, это дало роль, сыграло. Но у меня получается, что все нормально, у него все хорошо. Ну, как нормально, естественно, он встал, у него это все вот здесь вот. Это все надо было очищать, чистить, как говорится, мыться, но температура не поднималась. Сейчас вот 37, я вот уже попросился лечь. Я сильно его не нагружала. Мы, правда, сели заниматься, но он не занимался, он баловался, потому что в итоге получилось, я не знаю, я сидела, мы кушали, завтракали. Но у меня это уже был, грубо говоря, как второй завтрак. Сначала я выпила кофе с печеньками. А потом села с ним, кашу поела. И у меня как-то, знаете, опять повело, как в прошлый раз. И я с перепугу так испугалась, сразу побежала в комнату, легла, потому что думаю, потом я не дойду. У меня как будто бы как головокружение резко. Вот это было один раз, а сейчас, получается, повторилось. Я не знаю, что это такое. Но в этот момент давление подскакивает. Оно как-то разово получается. Его, а потом оно падает. Но сейчас у меня больше пониженное, где-то 113-120. Мало, редко когда бывает, на 75, на 70. 113 на 70 где-то, да, и получается вот, а это оно подскочило, потому что я померила, у меня было почти 150. Хорошо, вот Эмилька была дома, и я говорю, слушай, что-то мне как-то фигово, потом я опять, вот, как бы я стала так вот хожу, смотрю, потом перемерили, уже 115, оно, то есть оно как бы скачок дало и село. А потом опять я что-то хожу, у меня опять как будто бы, то есть я начинаю голову опускать, и у меня как голова кружится опять, опять как будто меня уводит. Вроде опять прошло. Я потом пошла, говорю, давай я пойду искупаюсь, может быть, будет. Ну, вообще-то с дури, конечно, может быть, и не надо было купаться. Вот. Я пошла купаться, и мне, смотри, у меня совсем так стало как-то плохо. Я выскочила уже сразу, даже без полотенца мне это сразу одежду одела, одна мокрая. А пришла, легла, полежала. Но я не знаю, то ли у меня вот такой какие-то желудочные дают такую психосоматику, то ли что-то. Но давления такого как нет, но я, правда, лежала, поэтому думала, ладно. А может быть, потому что я все-таки три дня, вот эти два дня, две ночи, я вообще без сна нормального, да, и целый день вчера на ногах не получилось, вчера даже днем поспать, вот, может быть, из-за этого, что как, ну, Эмиля говорит тоже, она говорит, у тебя быстрее всего как переутомление пошло, ну, не получается, потому что спишь рядом, он здесь хрюкает, хоть, как говорится, на расстоянии, но все равно я слышу дыхание,
и я начинаю просыпаться, то есть как бы спать не могу, в общем, телефон беру, играю, чтобы там не спать, как-то то спать. В общем, сейчас не знаю, вот так вот полежали, но он не стал играть, смотрю, у него как бы температура немножко, он сейчас попил сок, и у него она спала у Яськи, ну как пропотела чуток. Яр, ну ты вот так вот не надо себе под лицо класть прям. Ну, сейчас вот спала такой. Он не мокрый, но подпотевший немножко. Не знаю, что у него за вирус, что он прихватил. Яра! Ну, что-то прихватил все-таки. Быстрее всего посмотрим. Ну, я выпила опять уголь попробовать. Вот, потому что, не знаю, давление сказать. Давления нету, но у меня вот и холодный пот. Что за велиберда? Ну, получилось записаться. Записала сейчас к эндокринологу вот на днях. И потом записала к неврологу, но бесплатному, чтобы дальше взять обследование. Потому что, как бы, получается, я иду к платному. Платное направление дает на... Ну, то есть не дает направление. Он говорит, что надо что-то сдать. А это все сдача, это вся, она, конечно, очень дорогая. А к бесплатному не попасть. Ну, вот я сейчас записала все-таки к бесплатному, попала. Ну, как бы смогла записаться. Пойду посмотрю, хочу взять все-таки сосуды, проверить, что скажет этот. И они меня отправили на рентген, но рентген надо тоже пойти, запись, записаться надо. Нам еще надо завтра ехать... с лекарствами еще решать его, еще справку брать, потому что мы сегодня дома сидим. Ну, не стала я уже его таскать, водить, потому что зачем? Он как, все равно, как бы он, может быть, сам и борется, но вирусы есть вирусы, и кого-то заряжать, заражать, и еще себе больше набирать. Думаю, ладно, пускай уже отсидится дома. Так что посмотрим, как оно будет. Пока вот так вот мы сидим. Думаю, вам тоже расскажу, подключусь. Вот так вот, когда все планы просто тупо летят. Я как бы так, как только я распланирую, мне так всегда... Как только я планы построю, у меня все, вот так вот все прям нарушается. Не знаю, но у нас объявили конкретно уже с 1 числа во всех организациях. Неделю. Так что мы эту неделю сидим, болеем по-любому. Хотя бы дня 2-3 я его передержу, потом дальше будет видно. На бассейн мы тоже не пойдем. И сегодня не пошли, и в среду тоже не пойдем, потому что все равно, раз оно дало температуру, то зачем рисковать? Пускай хотя бы пару дней посидит, потом уже будет ходить. И получается 2 недели сейчас. Ну, сам попросился лечь. Думаю, ладно, полежит, потом сядем, будем уроки делать. Глотай. Глотай. Не надо ничего покупать. Все-таки мы сели, решили посидеть немножко, потому что я какая-то вся... В общем, не знаю, что у нас происходит. Какая-то вся такая обстановка немножко напряженная. Все валить пытаются. Вот после коронавируса мы никак, честно говоря, вся семья у нас в себя не придет. Яру сейчас я посадила. Все вареные, все какие-то это. Сейчас надо Эмили тоже, потому что у нее что-то вообще сил нету, не знаю. Андрея постоянно. Тоже каком-то таком депрессниковом, непонятном. У него бессилие какое-то. Вот. А после сегодня что-то как-то мне то, что немножко шарахнуло. И я прям вот целый день ходила, такая, знаете, я сама себя сейчас уже села, переубедила, говорю, думаю, слушай, ну все, хватит, давай уже вставай, поднимайся, то есть как бы, ну, не то, что я не то, что лежала, но я все хожу, прислушиваюсь, а вдруг мне опять станет момент, опять будет плохо, ну, в том плане, что у меня этот, то, что голова просто второй раз всего за всю жизнь, ну, думаю, ладно, мило, надо учиться, потому что, быстрее всего, это всякие сосудистые дела, которые могут тоже возникать, надо к этому уже привыкать, где-то что-то, конечно, хоть не хочется привыкать. Где-то что-то глотать. Ой, у нас сейчас надо было... Я даже забыла. У меня сегодня был семинар, вебинар. Просто из головы все вылетать начало. Вот резко. Мне прям это напрягает. Так, я так понимаю, что это где-то накопилось все стрессы. Они накопились. И вот это все вылезло. А, что? Еще целый день вот это вот... Мы... Ну, вроде вот сейчас температуры у него нету. У него, правда, он такой. Ну, опять же, может быть, потому что слюней много выходит. Что? Что? Виноград, а? Что это? Только что говорил? А что я там говорил? Вот это.
Что я говорила? Насчет чего? Ну, потому что я, оказывается, это было, что когда на вебинар. Вебинар я не... А, чтобы я ушла из дома? Нет, это по телефону вебинар должен был быть. А у меня, оказывается, вебинар. Я говорю, виноград. Нет, сейчас я уже не буду вебинары никакие, уже забыли. 6 часов надо. У Яры должны были еще занятия одни начаться. Там специальный у нас институт есть. Но я не знаю, сейчас в ноябре что вообще будет. Если сейчас посадят всех, закроют на пандемию, то все. Веселуха будет полностью. Шаг, всего один шаг, и ты увидишь все иначе. Шаг, всего один шаг, и обернется все удачей. Ночь всегда сменяет день, и искупляется добро. Лишь счастье на себя надень, и знай, ты лучше всех. Только ты полюбишь.